очередной шедевр, велосипед. Можно так его назвать. Вот такое качество покраски. Это типа патина. Где красили, кто красил, знаю, но вам не скажу. Карбоновая вилка. Соответственно, у нас карбовынос прокручивается на ней. То есть надо было наращивать толщину, чтобы не прокручивалось. Я это сделал. Теперь все держится хорошо. Сборка осуществлялась мастером, скажем так, тоже опять не будем называть его имени. Здесь у нас втулки полностью убитые, тормоза полностью не настроенные. Монетка у нас на 8, кассета у нас на 9. Переклюки все люфтят, все очень сильно грязное. Вот так вот выглядят тормоза. В общем, по мере возможности, ну, клиент очень бюджетный. То есть, как бы, руль карбон, вилка карбон. Вот это все карбон покупается, но вот на работы бюджета нету. Поэтому на данный момент вот это вот так вот все настроено. Смотрите, как переключатель стоит красиво сейчас у меня. Так никогда не делайте. Это делаю для того, чтобы я его промыл сейчас ВД-шкой и продул компрессором всю оттуда грязь, чтобы сейчас пружина была в доступе. Сейчас он пару минут постоит, я все это продую и уберу. Эту грязь, в общем, настроили тормоза, настроили переключения, чтобы это работало, поправили восьмерки на колесах, протянули рулевую, закрепили на вилке вынос, чтобы он не прокручивался нормально. Все настроили. Велосипед необычный, довольно легкий. Скорее всего, это какой-то старый Giant или что-то еще, потому что петух очень-очень-очень вот такой необычной формы. Кто знает, можете написать название велосипеда. В общем, вот такое вот нечто принесли нам на доработку после предыдущего мастера, скажем так.